Я сегодня на ужин решила сделать котлеточки, свинина, говядина, индейка, туда лук, соль, перец. И овсяные хлопья немножко добавила, ложки 2 столовые, на полкило где-то фарша. Все, сейчас масло в сковородочке согреется, опускаем и обжариваем с двух сторон котлетки. Ну вот, котлетки перевернула, одна сторона обжарилась. Я заливаю водичкой, немножко воды, может стакан, чуть поменьше. Закрываю крышечкой минут 20 на слабом огне. Я их тушу, чтобы они приготовились. Ну вот, прошло 20 минут. Котлеты были закрыты крышкой. Сочные, пышные. Я всегда закрываю крышечкой. Мне нравится, что они под крышкой томятся и прожариваются хорошо. Сейчас еще пюре картофельное отварю.